Всем огромный привет! Я сегодня нахожусь в магазине «Светофор», который находится по адресу город Ульяновск, Московское шоссе, 34. Сделаю для вас обзор товара, а также покажу новинки, которые появились на этой неделе. Желаю вам всем приятного просмотра. В магазине «Светофор» на этой неделе появилась новинка. Это опрыскиватель вот такой для сада и огорода. Объем этого опрыскивателя 3 литра, но рабочий объем здесь всего лишь 2,5 литра. Производитель не советует превышать данный объем в избежание поломки. Предназначен он для полива растений, а также для их защиты от вредителей и болезней. Изготовлен из полипропилена. Производитель Россия, город Ростов-на-Дону. Стоит такой опрыскиватель 173 рубля. Еще одна новинка в отделе посуды – это банка стеклянная с крышкой для хранения. На крышке имеется силиконовое кольцо для уплотнения. Объем этой баночки 900 мл, изготовитель России, Нижегородская область, город Бор, цена 99,40. И еще одна новинка – это салатник с крышкой. Салатник, между прочим, стеклянный, объем 1,1 литр. Производитель город Бор, цена 99 рублей. Очень приятные расцветки. Здесь есть вот такие универсальные столики-подставки. Здесь 3 отделения и плюс рабочая площадка. Изготовлен он из полипропилена, производитель Россия, цена 159,10. Из новинок покажу вам еще вот такую табурет-подставку. Она голубого цвета, сверху у нее силиконовое покрытие, которое не скользит. Изготовлено из полипропилена, производитель Полимербыт, Россия, город Москва. Такие подставочки стоят 169 рублей. Покажу вам еще одну новинку в магазине «Светофор». Это гель для стирки белья, называется «Лоск Стандарт». Здесь 3 литра, рассчитан на 46 стирок и заменяет 7 кг стирального порошка. Цена 273,40. А это портативная аудиосистема, называется «Телефонкин». Она с подсветкой такого вида, с ручкой. Воспроизведение здесь аудиофайлов возможно через устройство Bluetooth, а также есть USB-разъем и слот для карты до 32 гигабайт. Также имеется FM-радио и поддерживающий формат здесь MP3. Встроенная батарея 800 мкампер в час, время работы от аккумулятора до 5 часов. Упакована в коробочку, производитель Китай, цена 550 рублей. А это губка для обуви, черная. Для гладкой кожи, называется Салтом, производство России, цена 29,30. Также появились в продаже пластиковые стулья, уличная мебель, они стоят 328 рублей. Есть темно-зеленого цвета и серого, размер 58,5 на 54 на 80, производитель Россия. В ассортименте есть саженцы плодовые, вот, например, малина, есть несколько сортов, среднеранняя киржать, журавль, клеопатра и поздняя коралловая. Они в продаже здесь по акции 1 плюс 1 за 100 рублей. Также есть смородина красная, уральская красавица, и черная смородина. А здесь, смотрите, они уже прям с листьями. Пластиковые ящики для хранения с крышкой на защелках, объем 90 литров, производитель Россия, цена 606 рублей. Также есть ящик с крышкой со створками, он объемом 17 литров, цена 127,50. Есть точно такой же ящик на 53 литра, стоимость 250 рублей 30 копеек. И есть на 32 литра. Стоит такой ящик 184,80. Также в этом магазине в продаже есть комоды. Они пластиковые, на 4 выдвижных ящика. Цвет вот только такой, в комбинированном цвете. Называется «Колорит». Производитель «Россия», цена 969 рублей. Кустодержатель универсальный, изготовленный из пластиковой трубы диаметром 20 мм. Диаметр кустодержателя 60 см, а высота 53 см. Изготовитель «Россия». Здесь их в наличии очень много, цена 133,30. Для сада и огорода в продаже здесь есть вот такие бочки-баки, они без крышки, объемом 205 литров. Производитель России, цена 1150 рублей. Также есть прямоугольные ящики объемом 20 литров, они изготовлены из полипропилена, ящики черного цвета, цена 65 рублей. Изготовитель также Россия. И очень много в наличии луковичных цветов, они в ассортименте по 40 рублей 80 копеек. И здесь их каких только нет. Упаковки по 3 луковицы. Шланг поливочный, гофрированный, такой оранжевого цвета. Здесь его 20 метров, диаметр 20 миллиметров. Производитель Республика Башкортостан, город Октябрьский, альтернатива. Стоимость шланга 187,70.
В продаже также еще появились вот такие туристические складные столики, они на металлических ножках, а столешница изготовлена из ЛДСП, и плюс еще идет пластиковая кромка. Размер этого столика 45 на 45,5 на 49, есть вот такой цвет венге, и еще одна расцветочка есть, сейчас вам покажу. Этот цвет называется вишня. Изготовитель — город Барнаул. Максимальная нагрузка стола до 40 кг. Цена 572,80. В ассортименте есть кастрюли эмалированные. Они объемом 9 литров. Кастрюли в продаже с крышкой. Расцветка очень красивая, декор есть разный. Производитель — Россия, цена 579 рублей. Также в продаже есть вот такие стеклянные большие салатники от Паша Бахче. Диаметр 21,5 см. Это посуда из натрия кальция силикатного стекла. Производитель — Россия, Нижегородская область, город Бор. Цена 77 рублей. А еще в продаже есть вот такие стеклянные кружечки для чая. Они называются «Сказка». Их в наличии здесь очень много. Объем 350 мл. Изготовитель — Россия, город Гусь Хрустальный. Если кто-то не успел купить, покупайте. Цена отличная. 35,80. Также есть из опалового стекла очень красивые десертные тарелочки от фирмы Luminarc. Они диаметром 19,5 см. Изготовитель — идет Франция. Цена 43,70. Еще есть вот такие блендерные наборы, они мощностью 400 Вт, производство Китай. В комплектации идет моторный блок, насадка блендер, насадка венчик, нож-измельчитель и чаша для измельчения на 450 мл. Цена 813 рублей. Стол кухонный стандарт, он на металлокаркасе, сиденье у него из эко-кожи. Производство России, цена 563,80. Также есть вот такие коврики преддверные, называются они коврик-травка, размером 40 на 60. Изготовитель — Китай, цена 66,90. Есть также еще в продаже и ковры, они называются «Шаги Тренд», российского производства. Размер 1 м на 2 м, вот такой интересной расцветочки. В составе здесь полипропилен и основа идет джут. Цена 1729 рублей. А есть еще вот такие самоклеющиеся панели. Они размером 70 на 77 сантиметров под кирпичик. Сзади находится, видите, такая пленочка, которую нужно снять, бумагу, и там будет самоклеющаяся такая поверхность. В составе здесь идет вспененный полиэтилен, цена 128,70 за одну штуку. А это клеевой пистолет мощностью 20 Вт. Толщина стержня здесь 7 мм, а длина шнура 58 см. Он черного цвета. И в комплекте с этим пистолетом идут еще два стержня как раз на 7 мм. Производитель — Китай, цена 86,50. Есть поглотитель запаха для холодильников. Он гелевый в виде лимончика. Цена 64,80. Антинакипин, защита для стиральных машин, предотвращает образование накипи и солевых отложений, способствует смягчению воды. 750 грамм, стоит 43 рубля. В наличии есть вот такое средство для чистки акриловых и эмалированных ванн, называется «Синий цвет», легко удаляет ржавчину, известковые отложения и разные загрязнения. Здесь 750 мл, стоит 46,30. Также есть стиральный порошок для цветного белья Bimax Color Автомат. Масса здесь 6 кг, стоимость 305,30. И есть концентрат NAN для стирки белья. Заменяет 7 кг стирального порошка. Здесь всего 700 грамм. Стоимость 159,70. Также есть стиральный порошок для детского белья. Можно использовать с рождения. Называется «Белек». Рассчитан на 25 стирок. Здесь 4 кг. Стоимость 164,90. Гель для интимной гигиены «Фэнтези» для ежедневного применения с молочной кислотой и с витаминным комплексом. Здесь 500 мл. Цена 33,40. Также есть черное мыло для бани и душа. Сокровище Африки с роскошное питание. Содержит масло ши для питания и увлажнения кожи. Цена 86,30. Есть туалетное мыло, называется «Дуру». Этот с ароматом лаванды. Здесь 4 кусочка по 85 грамм. Стоит он 45,20. Также есть еще «Дуру» с ароматом розы. И здесь тоже, по-моему, только лаванда. Да. Все, 45,20. Бумага для выпечки в рулоне белого цвета, шириной 30 см, в рулоне 30 метров, цена 35,20. Также есть бумажные салфетки «Лада Хом», здесь 200 штук в упаковке, они двухслойные. Размер салфетки 180 на 145 мм, цена 49,50. На матрасник натяжной на резинке, 100% водонепроницаемый и дышащий, изготовлен из 100% хлопка.
Смотрите, он очень похож на банное полотенце. Размер на матрасника 160 на 200, высота борта 25 см. Ткань называется кулирка и микрофибра. Производитель Россия, цена 995 рублей. Также в наличии есть еще и комплекты кухонных полотенец, в комплекте их два, посмотрите в ассортименте, они здесь есть разные дизайны, разные расцветки, очень красивые полотенчики, кстати, хорошего качества, я такие покупала, мне очень нравятся. Так, в составе здесь 100% хлопок, полотенце размером 30 на 60 сантиметров, изготовитель Республика Узбекистан. Как видите, здесь три варианта есть по декору, цена 140 рублей 40 копеек. В ассортименте есть сумки шопера, они размером 43 на 36 сантиметров, в составе 100% хлопок, цена 88,90. Также есть в ассортименте пледы Aerosoft размером 150 на 200 сантиметров, в составе 100% полиэстер, изготовитель Россия, цена 358 рублей. И здесь в наличии их очень-очень много. На сегодня это все, если вам понравился обзор, обязательно оцените его лайком. И не забудьте подписаться, если до сих пор не подписаны. Увидимся мы с вами очень скоро. Прощаюсь. Всем пока-пока.